Всем привет, наши дорогие зрители, подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семен Чемоданах. С вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в новый видеоролик, который очень долгожданный. Мы продолжаем путешествовать по Турции. И сегодня мы отправимся в то место, в которое, к сожалению, в том году мы не смогли доехать, потому что была уже зима, а туда пускали только на зимней резине. В общем, ребятки, это Каппадокия. Поддержите этот видеоролик, ставьте ему лайки, пишите комментарии. Если вы были там, то обязательно пишите свои впечатления, когда вы были там. Если не были, то я очень надеюсь, что передам эту атмосферу вам через экраны. Погнали! Мы вчера заехали в кемпинг. Здесь у нас Черное море, прекрасный песчаный пляж. Это вот с этого километра начинается вот такой берег, где можно, по крайней мере, покупаться. Все, что находится в той стороне, обрывисто, пляжей нет, булыжники навалены. Кемпинг крутой. Первый раз в жизни останавливаюсь в таком кемпинге, где есть все. Стоимость 80 лир с человека, то есть вообще ни о чем цена. Есть туалеты повсюду, на деревьях розетки, душевые кабины, холодный горячий душ. И самое, что клевое, на территории есть аквапарк, бассейн. Представляете? Огромная зона, где есть столы. Если нужны магазины, 3-4 километра, огромнейший Мигрос, там тоже все есть. Короче, вообще нереальная красота. Деткам вот уже мы приготовили, кушают. Вот, быстро завтракаем и будем собираться отправляться в путь. Ехать нам до Каппадокии долго, часов, наверное, 6 будем ехать. Вот, по пути нужно еще решить ряд дел. Настенка, ты веришь, что сегодня возможно с нами случится Каппадокия? Я думаю, что да. Наконец-то. В том году не случилось. Мы упаковались, решили холодильник не отключать. Вот здесь работаем, сделали связку. Преобразователь, дальше удлинитель на холодильник и, собственно, на меня. Ну вот и все. До встречи в Каппадокии. Но перед тем, как мы отправимся уже непосредственно в Каппадокию, мы решили заскочить сюда, вот этот город Уне или Уню, собственно, где мы в Мигрос заезжали, купить немножко продуктов, потому что, скорее всего, в дороге надо где-то остановиться, приготовить будет суп. Плюс нам нужно снять деньги. Зиарт банк дает снимать только 1000 лир в день с карты Мир Тиньковской. У нас таких две карты, мы снимаем 1000 с Настенькиной и 1000 непосредственно с моей. И еще решить вопрос с сим-картой, подключить Настеньке тоже сим-карту, будет стоить 400 лир. Будем подключать оператора Turkcell, потому что он дает прилично гигабайт. Мы едем, значит, сейчас по улочке за сим-картой. И посмотрите, как здесь атмосферно. Да, люди вот так вот переходят дорогу. Очень узко. Очень узко. Всякие вот магазинчики. Но это вот города, где особо туристов-то и нету. Мы такие тут вообще залетные. Здесь все Турция, Турция, Турция прям. Вот, кстати, Turkcell, но мы хотим именно Turkcell купить сим-карту. Оставил своих в машине и все, бегу сейчас оформлять симку, сейчас чуть позже расскажу. Многое времени провел, но, собственно, получилось сделать. Он мне предложил при первом подключении еще специально купить еще трафика, там 100 гиг... 75 плюсом он мне еще предложил, я отказался, докупил еще 20. Поэтому у нас почти 100 гигов на Настенькиной сим-карте. Это, конечно... Хорошо, но сейчас это еще в Turkcell, чтобы мне тоже немножко поднять. Я купил еще трафик себе на мою сим-карту Turkcell, получается, отдал за дополнительных 30 гигабайт еще 175 лир, это почти 700 рублей. Ну, короче, вот я как рекомендую вам делать именно Turkcell, у них гораздо-гораздо дешевле, тарифы гораздо выгоднее. Vodafone и Turkcell. Ну, а дальше нам на свое усмотрение. Моя задача вам порекомендовать. Так, подъехали, значит, Зират банк. Пойду попробовать снимать, потому что нету налички вообще, и топливо заканчивается. Короче, не дает этот банкомат нам денег. Это жесть. Что вставил свою карту расчетного счета ИП-шного. Вот что пишет, какие-то комиссии. Ну, снять наличие, используя... В СССР что-то, короче, ничего не понятно.
Ага, банк не подтвердил. Ну, короче, не дает он ничего сделать. Слушайте, это какой-то попадос вообще. Жесткий. Я, конечно, жестко начинаю напрягаться из-за того, что мы вот, в принципе, грубо говоря, остаем сейчас без денег. У нас только 130 лир есть. Это, по сути, вообще, ну, вообще ни о чем. Топлива хватит на 160 километров. Еще, но это прям под ноль. Так, ладно, сейчас едем в город, в соседний, нам до него 30 минут. Попробую через Корону Пэй вывести, надеюсь, получится. Я уж, по-моему, показывал, что в Турции есть заправки Лукойл, BP и Shell. Я бы заправился, но денег нет. Мы, значит, заехали в пригород Самсуна. Попробую сделать то же самое, что делали в Грузии, и обналичить деньги через Корону Пэй. Очень надеюсь, что получится, потому что иначе трындец. Попробую сначала маленькую сумму, потом буду пробовать большую, для того, чтобы у нас просто остался нал. В Корону заходим, здесь выбираем Турцию, валюта, лира и дальше сумму перевода. Я надеюсь, что все получится, но самое, что интересно, смотрите, какой курс. 3,1, представляете? Это не 3,5, как мы в среднем считаем, а 3,1. Очень хороший курс. 16, значит, сейчас мы здесь еще подкинем деньжат. Дальше нажимаем продолжить. Дальше продолжить нажимаем. Отправитель Яжи к оплате 17634. Так, способ получения вот у нас наличными, видите? Оплатить. Надеюсь, все получится. Дальше мне пришел код на тиньковскую карту. Все, перевод отправлен. 5500 турецких лир. А дальше делаем скрин на всякий случай. Нажимает «Отлично». Вот он, видите, готов к выдаче. Пожелайте мне удачи. Я пошел, оставляю всех своих здесь. Иду получать перевод. Да, прикольно в таких городках. Вот прям Турция, где ты реально ебанжи. В общем, вот он, ПТТ. Терме, нам нужно именно сюда. Очередины, конечно, жесть вообще. Я не знаю, сколько я простою, но неважно, главное, что получилось. Вы можете меня поздравить, у меня получилось это сделать. Такую стопку деньжат мне дали. И дали еще такую записюльку. Ну, короче, в Грузии снимать немножко было попроще через Корону. Там как-то было более понятно, что ли, не было столько бумаг. Но в целом, самое главное, что получилось. В общем, пока работает Корона Pay, можно обналивать. Я попробовал сейчас вот такую сумму, 5500 лир. Вот, на какое-то время нам хватит. Потом уже дальше буду решать, где снять ну, больше суммы и так далее и тому подобное. В общем, пока новости эти хорошие. Вот теперь мы можем заехать на заправку и залить немного топлива. Думаю, на 1500 мы зальем. Но сейчас посмотрим, заодно покажу вам по ценам, что здесь и как. На самом деле, в дальнейшем нам еще предстоит получить карту где-то в турецком банке. Нам еще предстоит получение ВНЖ и куча-куча всего на самом деле. Так что вы обязательно подпишитесь на канал. Ну, то есть я говорю про то, что помимо путешествий, которые мы задумали по Турции, нам еще предстоит куча бытовых вопросов, которые будем решать и обязательно вам показывать. Ну, Сёна, мы спасены. У нас есть деньги. Вот. Не дам тебе, не дам. Так, смотрите, теперь заправляемся на Шелле. Здесь 23, 38, что ли он стоит? Еще понять, где-то дизель у них. Вообще ничего не понятно. Два дизеля, вот такой, такой. Здесь вот на заправках просто даешь деньги, короче, они сами все оформляют, ключик прикладывают. Вот, и пошла заправка. На 1500 лир заправляем. Получается по 23-33 за литр. Ну вот мы, получается, залили полный бак на 1000 километров. Нам хватит. Очень надеюсь, что здесь топливо хорошее. В тот раз мы залили на BP, у меня расход упал до 7,1, представляете? Вчера с ребятами тоже сидели, когда общались, они тоже говорят, что у них расход упал, потому что топливо здесь хоть и подороже, но оно покачественней, и поэтому машина ест меньше. Мы заехали в город Самсун.
большой город, большой, учитывая, что еще и большой даже пригород у него. Едем, короче, по каким-то непонятным местам. Да. В Самсуне есть трамваи. Видите как? Я про что говорю, что большой город. Так, приехали мы в караван-кемпинг. Вопрос только, как заехать. Ответ получил самостоятельно. Открываются ворота. Чё ты бибикаешь-то? Не бибикай, я заезжаю. Так. Кемпинг огонь. Есть за 100 лир, есть за 85. Я хочу посмотреть сейчас места. Два места, значит, есть за 100. Вид, значит, на море. И есть, как бы, с видом не на море. Здесь есть одно место. Вообще стоят исключительно караванеры. Видите? Вот. И, собственно, есть одно место вот тут вот так вот для нас. С видом, собственно, на море. Это 100 лир. Либо встать куда-то сюда за 85. Мы, в общем, выбрали место, которое будет стоить 85 лир. Вот. Зато мы будем в теньке. Между прочим, под оливками. Есть вода, есть розетки прямо здесь. Короче, круто. Пойду оплачу, а потом еще здесь пройдемся. Вот туалеты здесь. Такие есть напольные, есть нормальные. Нам как бы это не особо нужно. Раковины, выход, море здесь всякие есть. Ячейки, ну, видимо, кто просто хочет приехать покатать. Соборды, все эти дела. Душевые кабины вот здесь вот. САП можно взять, видите, как администрация. Волейбольная площадка. Первым делом сразу готовим. Значит, ну, на нашей кухонке суп наш любимый с курочкой, картошечка, морковочка. Пока покажу. Здесь у нас есть вода, можно запитаться. Также здесь есть электричество. Мы сразу холодильник подключили. Вот такая вот площадочка под нас. И, собственно, сама будка. Электричество, туалет, понятно, но там я вам уже все показал. Стоимость кемпинга вот этого места нам обошлась 95 лир, потому что взяли за темку еще дополнительно 10. Ну и как бы я и не против, это на минуточку всего лишь 30 рублей за него взяли. Цены огонь! Здесь даже есть, кстати, Wi-Fi. При этом представляете, сколько вам всего дают за эту стоимость? Я вообще в шоке, если честно. Наконец-то мы садимся кушать. Такие голодные. Просто невероятно вообще. Все, нам приятного аппетита. Вот этот корабль, это корабль-музей. Вообще вот здесь где-то типа должен быть пляж. Но видите, какое здесь состояние? Не состояние. Возможно, уже то, что не сезон. Но здесь большой парк, вот видите, называется Сукай, Самсун, Су, Каеги, Мерзи. Короче, перевожу на русский. Каталка для вейкборда, для вейкбордиста. Вот здесь можно неплохо покатать. И, в принципе, на этом все. Вот душевые кабины, видите, туалеты. Здесь сверху тренажерный зал, видимо, либо переодевашка какая-то. Но все закрыто, как бы ничего не работает. Ну, кроме туалета. Но можно просто вот так вот погулять. То есть, по сути, вот как мы приехали переночевать сюда, прям вообще нормальный вариант. Единственное, надо затарить продукт, потому что до магазинов нужно топать и топать. Либо ехать и ехать. А так, в целом неплохо. Хороший кемпинг, вода, все есть, зонирование, красота. Но не в долгую стать, потому что где купаться, вопрос. Мы тут так залипаем, смотрите, какой огромный краб. Их так много здесь, мидии. Вон маленькие какие бегают. Рыбки. Всякие разные. Крабов, конечно, очень много. Вот, смотрите, каких много. Что это за человек, а? Все время, друг. Насем лови. Ой, Мироша, на все лови, он сейчас упадет в море. Тут, короче, прикол, видите, телевизор. Видите, антенна у них на автодоме стоит, вот. Чувак уже, короче, мучается, вот сколько мы все приехали, часа, наверное, 3. Он мучается,
это телевизор вертит, ко мне подошел, говорит, ты можешь, типа, настроить? Я говорю, я вас не понимаю. Ну, типа, не хочу я зомбоящик этот настраивать. Ой, короче, еще прикол. Бедные старики никак от телека не могут отклеиться. Как говорится, доброе утро. Да, прекрасно светит солнце. Еще многие спят, никто не выходит. А мы уже на ногах. Будем сейчас готовить завтрак. Традиционная яичница. Ну и после этого продолжаем путь в Каппадокию. Вот так вот готовится, а детки уже завтракают. Такая красотень получилась, смотрите, да? Подача от славяна. Ну вот теперь отдохнувшими, сытыми, довольными, мы можем двигаться и ехать нам 465 километров 6 часов. Все равно долго, ну погнали. Город Самсун, невероятно большой город. Он находится прямо в горной местности, куча торговых центров, вот прям инфраструктура огонь. Мне даже кажется, что он побольше Анталии будет. В объективе традиционно сушатся сандалики и мирошки. А дорога, кстати, идет через горы. Очень сильно закладывает уши постоянно, и так это перевал. Но и она, конечно, очень красивая. Это какой-то национальный парк. Доехали мы до съезда. Есть такая традиционная бамбочка. Съезжаем на Анкару. Но в Анкару мы заезжать не будем. Будем ее как бы просто аккуратно проезжать рядышком. Смотрите. Смотрите, мы сейчас заезжаем в какой-то населенный пункт, я не знаю, как он называется. И здесь висел знак. Я сейчас постараюсь его вот сюда вот прикрепить, но смысл в том, что сюда требуются зимние шины и обязательно цепи. Когда мы жили здесь в Турции, и на мой день рождения мы хотели поехать в Каппадокию, а жили мы в Алании, мы не смогли найти машину, потому что ни у кого нет зимней резины, а сюда обязательно она нужна. И если типа тебя зимой здесь остановят без шипов, то у тебя просто эвакуируют машину, и ты попадешь на приличный штраф. И вот мы, видимо, сейчас будем подниматься туда, где холодно зимой и выпадает снег. Мы остановились, потому что хотим пообедать. Пообедать мы хотим нашим супчиком. Перед остановкой мы заезжали, значит, в городок. Я не помню, конечно, название, но смысл в том, то, что в Мигросе все там гораздо дешевле. Вот, например, хлеб в туристических городах 5 рублей стоит, 5 лир, а там он 3,5. Ну и в целом все цены ниже, что на мясо, что на какие-то там другие товары. Вот, сейчас быстро разложимся, кушаем и двигаемся дальше. Мы очень быстренько все разложили, варим супчик, прям по-быстренькому. Поставили стол, машину поставил так, чтобы создать тенечек. Вот, я думаю, что сейчас буквально 15 минут, суп будет готов, мы быстренько покушаем, дальше едем, еще ехать часа, наверное, 2,5. Ну, к вечеру точно доберемся и будем гулять, наслаждаться видами Каппадокии. Ну вот и все, едем дальше. Вот про что я говорил, съезд на Анкару направо, а нам нужно двигаться дальше прямо. Нам осталось 56 километров, и вот наконец-то появились хоть чуть-чуть небольшие горы. А то едешь и просто поле. Интересная природа в центре Турции. На берегах все горы такие огромные, а здесь поля. Нам осталось 16 километров. Попали вот в такие вот горы, ну и впереди типа что-то похожее на Каппадокию, конечно. Прям чуть-чуть осталось. Ну, рельеф уже такой, да? Плюс-минус похожий. Прямо в предвкушении. Ну и наконец-то. Наконец-то Каппадокия. Это только начало. Сам парк Гюрем, он вот там дальше еще 5 километров ехать. Но в целом уже хотя бы виды уже эти есть. Какая красота началась! Невероятно! Ну вы только посмотрите на эту красоту!
Да, мы сейчас поближе туда подъедем, где-то там будем ночевать. Ну, наконец-то добрались мы в Каппадокии. Здесь уже вечерочек, солнце даже зашло. Все подсвечивается. На самом деле даже не знаем, куда идти, просто будем тупить и гулять. Вот она, кстати, главная достопримечательность. Вот это вот скала, камень, где, видите, там даже колонны такие, окна все сделаны. Ковры висят. Не знаю, на продажу нет. Очень красиво здесь все подсвечивается, каждая вершина, на вершинах есть ресторан, очень красиво. Но мы хотим сейчас забраться наверх на смотровую площадку, там заночевать, и там будет открываться вид вау на всю Каппадокию. Немного поднялись на пригорок. Красота. Да, скалы вообще невероятные какие-то. Мы хотим поужинать пиде, зашли в такой ресторанчик, Настя пошла узнать. Сюда, не сюда мы зашли, такой турецкий двор. Потрясающе. Настенька даже сразу хочет сделать заказ. Он напугался, я по-русски. Вид, конечно. Смотрите, какой вид. Вся Каппадокия. Просто сырную. One. Ага. Сейчас Настенька сказала замечательную фразу. Что я сказала? Что я уже и забыла, что в Турции к еде приносят еду. Ну вот видите, нам к пиде принесли еще закуски, а вот и само пиде. Правда, такое маленькое, да? С приездом в Каппадокию. Вышло у нас все это дело на 183 лиры. Это значит 580 рублей на наши. Красота. Садимся в тачку, подходит чувак. Такой, я паркинг. Короче, заплатил 40 лир за парковку еще. Короче, мы поднялись по такой ужасной дороге. Посмотрите, скалы. А в итоге там просто стоит трактор и перекрыл всю дорогу. Опять вот мы затупили, сначала кушать пошли. Мы припарковались. Вон там вот за нами где-то виды Каппадокии. Ну, откуда залетают шары. Ночью было ехать безумно стрёмно. Вот, ребята, у них тут гирляндочка висит. В чате списались, вот, они сказали, короче, едьте к нам, мы здесь стоим. Короче, до утра, завтра смотрим шары. Доброе утро. Время 6 утра. И происходит невероятная красота. В Каппадокии, смотрите. Они полетели. Они полетели. И они повсюду, ребята. Смотрите, как их много. Они повсюду. Обалдеть. Смотрите, какая красота. Невероятно, их повсюду запускают. Да-да-да, пойдем скорее. Мы с Тёмкой бежим прям к краю, потому что его вот тут вот прям запускают. Побежали скорее. Смотрите, какая красота! Осторожно, там колючки. Обалдеть, ребята, мы это видим! Невероятно, ребятки, посмотрите, какая красотища! Класс! Так, Артёмка, аккуратно, это виноградник. Видишь, сколько людей в корзинке сидят? И этот звук. Газ. Так, полетели дроны, слышу, сейчас тоже будем запускаться. Смотреть эту невероятную красоту. Ай-яй-яй, какой кайф. И шар пошел, вот разгоняется. Ребята, это невероятная красота, но давайте обязательно прямо сейчас посмотрим, как это все выглядит с высоты. Полетели!
огромное количество шаров еще только надувается. Мирошка вообще в шоке. Мы его тоже, естественно, подняли. Ради таких эмоций стоит жить. О, вот он пальчиком. О, о. Сынок, видел, что сынок? Там? Что там, сын? О, шарики. Шары, как на день рождения, только чуть-чуть побольше, да? Пап вообще в шоке. О, да. А вон там, смотри, как красиво. Невероятно, огромное количество машин. Вы вчера ночью подъехали, не видно же было ничего. Сегодня все понятно. Вон там она, долина любви. Какая красотища. Вот она поближе, долина любви. Но мы над ней с вами подлетали. Вот она, видите. Можно вон там было заночевать. Но, в принципе, где бы ты ни встал, виды будут шикарные. Учитывая, что сейчас все шары будут еще взлетать. Еще очень большое количество шаров не взлетело. Красота. И рассвет, ребятки, и рассвет. Как давно мы с вами вместе не наблюдали рассвет. Какие-то шары уже улетели высоко. И самое, что интересное, посмотрите на корзины. Корзины битком. Вообще битком. Все самые интересные фотографии смотрите у Настеньки в телеграм-канале. Посмотрите, какая красота. А еще классно, мы припарковались вот так вот возле виноградников. И прикиньте, вот так вот смотришь шары и ешь виноград с полей. Прям с полей. Ой-ой-ой, какая красота. Куча шаров еще только начинает взлетать. У нас тоже ребятки соседи проснулись. Это то, что смотровые площадки. Красотища. Да, доброе утро. Это когда ты вот так вот просыпаешься. Вот с таким вот видом на шары. Посмотрите, какая красота. Каппадокия точно стоит того. Сюда, сюда, друзья, обязательно нужно приехать и наслаждаться этой красотой. Мы проснулись, прям вот самые первые шары взлетели, по-моему, 3 штучки. И мы тут как тут, да, повсюду вон машины стоят. Невероятная красота. Ой, что происходит? И, кстати, я хочу сказать, что еще прилично шаров не взлетело. Вот такой вот красивый вид из наших апартаментов. Да, невероятная красота вообще, это что-то нереальное. Одно дело увидеть один шар, а другое дело огромное количество, да еще и в таком месте. С видом на долину любви. Я не могу просто оторваться, мы сидим в машине, немножко греемся, потому что все равно утром прохладно, 14 градусов, и невероятная красота. Получается, все шары взлетели и полетели в ту сторону, вон как бы за вон те холмы. Буквально минут, наверное, 50 этого прекрасного наслаждения, и все шары улетели. Ну а пока они улетели, мы вот так вот готовим завтрак. Все улетели куда-то сюда, сейчас вот считанные прям раз, два, три, и вот четвертый. Ну, будем ждать их обратно. А пока завтрак. С таким прекрасным видом мы кушаем. Да, Мирошка, приятного аппетита тебе, сыночек. Кушай, конечно. Кушай, кушай, мой маленький. И вон пацан. Вот такой вот видеоролик у нас получился. Как давно мы мечтали приехать в Каппадокию. Кто давно за нами наблюдает, знает, да, что еще в том году, когда мы здесь жили, у нас не получилось это сделать, потому что не было своего автомобиля. В аренду взять не получилось, так как была зима, и на Анталийском берегу зимней резины нет. А сюда зимой без зимней резины нельзя. Так вот, ради вот этого часа, когда взлетают шары, стоит сюда точно приехать. Долину любви мы посмотрели, в принципе, вот эта смотровая площадка, вообще круговая, которая дает, в принципе, весь вид абсолютно на все и даже на сам
Гюриме. Вот если по этот край подойти, то тоже его увидим. Но вчера по нему тоже немножко погуляли. Вечером особая атмосфера, когда все подсвечивается. Мы уже позавтракали и будем отправляться дальше в путь, спускаться к Средиземному морю на берег. Уже давно мы не купались, очень соскучились. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали. Обязательно нажимайте на лайки, пишите комментарии, сделайте репост в свои социальные сети. Нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, потому что дальше ожидается очень много бытовых вопросов, например, такие как ВНЖ, аренда квартиры, потому что все равно нужно где-то опустить свою пятую точку и перезимовать. Кто не посмотрел предыдущие видеоролики из Турции, обязательно сразу же после этого видеоролика это сделайте, посмотрите. Мы будем с вами прощаться, до нового видеоролика,